Привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Nebuchadnezzar. Это классический изометрический градостроительный симулятор. Нам с ним предстоит застраивать территории, возводить величественные монументы и города. Ну и все в таком духе. Запланированная дата выхода этой игры в Steam 17 февраля, у нас же есть возможность посмотреть на нее немножечко пораньше. Ну что ж, давайте приступим. Пока что доступна только кампания, сценариев никаких здесь нету, но мы с вами отправимся вот сюда. Эта кампания проведет нас через всю историю Древней Месопотамии и все вехи этой цивилизации. От первоначального заселения до падения Империи Вавилон. Мы с вами познакомимся с историей одной из первых цивилизаций, цивилизации внушительных городов и величественных памятников. Ну и здесь мы с вами можем выбрать прямо аж этап, с которого, видимо, будем начинать с самых древних времен, так понимаю, 10 тысяч лет до нашей эры, вплоть до нашего времени, 2021 год, как здесь написано. Падение и, собственно, восхождение Месопотамии. События Месопотамии оказали влияние на весь мир. Ну, давайте возьмем самые древние времена, посмотрим, что там было такое. Так, собственно, тут карта нарисована, да, показано, где мы, видимо, с вами будем начинать. Ага, разные города, разные эпохи, тут прямо же даже несколько зеленых пунктов имеется у нас с вами. Вот она еще. Ага, прикольно. Ну, давайте, да, возьмем 10 тысяч прям до нашей эры, тысяч лет, тире 8700. Поехали. Что у нас с вами будет с самого начала? У нас будет популяция 300, я так понимаю, да? Зерно 20, хлеб 20 и лачуги 12 штук будет у нас. Ну что ж, поехали. Ваша группа кочевников наконец-таки нашла то, что так долго искала. Район с достаточно плодородной почвой и хорошим климатом. Идеальное место для постоянного проживания. И вы, как лидер группы, будете играть самую важную роль. Вы организуете строительство вашего нового дома. Давайте начнем строить. Let's begin. Здрасте, добро пожаловать в Новохудоносор, я Гильгамеш, и я буду проводником в первых нескольких миссиях. Ну, короче, пока что нам расскажут, что здесь как работает. Готовы? Давайте продолжим. Можете отказаться. Ну, давайте продолжим, окей. Так, ну, говорит, двигать можно окна, окей, райт-клик закрыть мышки. Хорошо, прекрасно. Так, ну, двигаться там понятно, тыры-пыры, повернуть как-нибудь можно? Ага, ну, или край экрана, понятное дело, тоже все получилось. Ну, либо, говорит, еще можно средней мышкой, понял? Кнопкой. Так, ну ладненько, все, наконец-то мне показал, как куда там чего, зачем мы двигаемся, за что дергать, так сказать. Можно приступать к строительству. Надо построить 4 дома наших первых, ну давайте построим. Так, дама по 20-очке стоит, наши деньги, деньги вот здесь нарисованы, у нас 2000 есть. Так, у нас здесь, видимо, эти горожане, жители наши, понял. Общая популяция. Ага, ясненько. Давайте быстренько по интерфейсу пробежимся, у нас тут карта снизу справа, как видите, здесь у нас, собственно, состояние, да, то есть популяция, что у нас там на складе хранится, сколько у нас бараков и так далее, ну, вообще хижин. В целом, здесь кое-какие напоминалки, если мы с вами что-нибудь забудем, можно будет посмотреть, а здесь, я так понимаю, ну, тоже, да, менюшка игры, где можно смотреть всякие разные полезные вещи, ну, графики так, и прочее, 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 еще и карта есть, наверное, можно будет как-то задействовать, посмотрим. Все, ладненько. Строим. Давай, 4 штуки. Итак, могу ли я зажать? Да, могу просто построить. Все, мы с ним построили. Теперь нам предлагают построить здесь целый район. Ну, давайте построим. Еще 8. Говорит, ты мог заметить, что некоторые дома испытывают некоторые трудности. Ну, в общем, дороги, да, у них, скорее всего, не хватает, как я понимаю. Надо бы построить дорогу. Окей, давайте строить дорогу. Так, это у нас не то. Вот дорога, кстати говоря. Окей, сейчас построим. Могу я сразу так сделать? Давайте строим сюда и сюда. Бам, соединили. Все, замечательно. Так, информация по данной миссии. Мы сами выполнили постройку домов, да, 12 из 12 у нас сами есть, и нужно, видимо... А, ну это да, это не то, что у нас состояние, я имел в виду, что это как раз наша задача, да, которую мы с вами должны выполнить. То есть 12 из 12 сейчас у нас сами бараков этих есть, теперь нам нужно брать популяции 300, видимо, и зерна, и хлеба на складе, чтобы было по 20-ки. Окей, хорошо. Ну и нам даже предлагают построить фермочку. Давайте построим фермочку, это хорошо, так понимаю, где-то здесь у нас food production, да, вот у нас ферма есть. Так, какие-то значки здесь, что это такое у нас? Ага, уровень загрязнения также есть. Я понял. Видимо, радиус также присутствует, где можно выращивать. Видимо, дальше радиус воздействия. Угу. Теперь нам с вами нужно добавить сюда поля, естественно. У нас здесь нет рабочих и полей. Так, ну что ж, давайте будем строить поля. Поля, так понимаю, нам с вами нужно... Да, вот здесь мы с вами можем сделать, выбрать поля. Так, а теперь я хочу показать, как где будет построить-то. Ага, мы с вами выбираем, какие именно поля. Ну, вот такие вот. И, собственно, в этой вот зоне, в зелененькой, да, рабочей этого строения, будем строить поля. Хорошо.
На данной ферме у нас работает два фермера. Каждый может взять для себя 18 клеточек, поэтому сейчас у нас есть максимум 36. Я так понимаю, есть еще два места для работников дополнительных, если в случае чего. И у нас работает здесь один переносчик, грузчик, грубо говоря. Хорошо, это понятно. Ну и написано, что да, каждая культура, собственно, подразумевает собой... закреплена за определенным, скажем так, промежутком времени, да, имеется в виду сезоном. Естественно, у нас там сейчас июнь, например, вот написано здесь. Хорошо, и нам предлагают приготовить производство хлеба, приготовить. Давайте. Так, построить. Мы с вами где-то такое уже видели. Вот оно здесь есть, бейкери. Ага, и вот это вот синенькое, то, что зона, это показано, куда может достать грузчик. То есть нам с вами нужно обязательно, чтобы было взаимодействие. Хотя бы одну клеточку, они чтобы присоединялись. Иначе товары не будут поступать из здания в здание. Нам предлагают построить два этих, да, хлеб-пекарни. Ну давайте построим, окей, хорошо. И построить склад, естественно, с вами также нужно. Две штуки аж нас с вами просят это сделать. Давайте. Так, один здесь и один здесь. Окей, готово. Так, в наших, собственно, складах есть кнопочки, которые могут убрать назначение для какого-то товара. Например, здесь мы с вами будем принимать только хлеб, здесь мы с вами будем принимать только зерно. Хорошо. О, все, кажется, у нас отпустило. Ну что ж, первые поселенцы прибыли к нам в город. Хорошо, о-о-о, что-то напоминает, да? Напоминает какую-то игру, которую мы с вами давно-давно, возможно, играли. Каждый из нас. Так, ну что ж, у нас с вами 360 сразу поселенцев прибыло. У нас с вами здесь пошло дело. По идее, потихонечку все выращивается. Да, уже. Уже. Ну, ожидает. Вот, все, пошло дело. Январь, да, у нас с вами сейчас. И засев пошел по полной программе, собственно, скоро у нас с вами появится зерно. И у нас с вами будет хлеб, судя по всему. Давайте, наверное, просто подождем тогда. Я думаю, можно даже ускориться. Вот так вот, x12 скорость сделать, жесть. Просто жесть, как я знаю, как быстро все происходит. Ну что ж, у нас с вами немножко хлеба имеется. И опять пошла высадка, жесть. Тут все очень-очень быстро происходит. Вот хорошо, могу ли я скорость еще больше сделать? Нет, 3-то, x3 это максимально, но я могу... нажатием кнопочки специально обученной, скажем так, да, сделать до x12 перемоточку. Балдеж. Красота. Ну что ж, у нас с вами 28 хлеба. Могу я отменить пока производство? Деактивировать здание хочу. И здесь хочу деактивировать здание. Нам с вами нужно накопить... давайте, зерна. Зерна побольше. Но на самом деле, на самом-то деле, возможно, мы с вами построим просто еще пару полей, да? Так, нам нужен склад. Лучше строить это, наверное, где-то здесь, чтобы он хотя бы добрался до склада до этого. Чтобы мы с вами, так сказать, попали сюда. Давайте строим и сейчас еще полей сделаем. Так, да, вот такие поля мне нужны. Давайте бахну-ка я здесь. 18 и еще 18. Вот как раз ровненько. Все, по идее, у нас здесь тоже культура должна выращиваться. Все, мы завершили с вами миссию. Вот так вот только достроили, там уже все они собрали. Молодцы какие. Ну что ж, хорошо. Мы можем с вами либо продолжить играть здесь, либо пройти в следующую миссию. Ну, давайте посмотрим, может быть, там что-то интересненькое у нас с вами будет. В этой миссии нам с вами нужно добиться популяции 900 и обычные хижины с 16 штук. Это, видимо, ну, получше, чем то, что у нас с вами сейчас было, да? Хибарки, но здесь уже другие домики 16. Окей, поехали. Мы с вами вновь нашли очередное хорошее место, подходящее для нашего дома. И здесь не только плодородные места, но и вроде как пасущиеся животные где-то есть. Животных я пока не вижу, честно говоря, ну ладно. Ну что ж, погнали. Да, здрасте еще раз. Он говорит, построил еще несколько сразу домов. И давайте перейдем сразу к более интересной части. Давайте, у нас там сейчас популяция, я так понимаю, 480. Там какие-то рыбины плавают, вижу. Домов у нас таких нужных нету. Поехали. Предлагает посмотреть на нужды наших домиков. Ну, то бишь поселенцев, да. Мы с вами открываем и видим здесь, что у них есть, что у них нету. Нет у них, в принципе, ни хрена. У нас у них ни хлеба нету, нет ни молока. Это им все, я так понимаю, нужно, чтобы... видимо, апгрейднулись наши ребята. Да, это у нас первый уровень, собственно, вот эти вот шек, да? Бараки, грубо говоря. Второй уровень будет какие-то уже другие домики. Возможно, те, которые нам с вами нужны. Поэтому нужен хлеб и нужно молоко. Понято. Нам предлагают построить маркет, магазин. Ну, рынок, да, видимо, чтобы распространялся продукт. Тоже у него есть зона покрытия, но он покрывает явно не все. Ну, давайте будем строить. Мне в другом месте нигде не построить, кстати говоря. Игра заставляет меня буквально делать то, что она хочет. Ладно, хорошо. Угу, теперь нам рассказывают, как здесь, собственно, рабочих нанимать. Мы нажимаем здесь на плюсики на иконках в любом здании, видимо, где они есть, да? И можно будет выбрать, кого здесь мы с вами. Продавца, либо наймем мы с вами грузчика. Но грузчики у нас с вами здесь есть, я так понимаю, нам с вами нужен продавец, да? Нам предлагается с вами нанять здесь двух продавцов. Одного молочника, другого, собственно, хлебника. Ну давайте, так, селлер раз. А, прям даже сразу убираешь, хорошо, здесь хлеб будет продаваться.
Ух ты какая. И давайте здесь еще наймем сразу товарищ, который будет молоко продавать. Ну все, есть контакт. Что, предлагается нам с вами начать производство, потому что пока продавать это нечего, да? Вот. А здесь мы с вами сейчас начнем строить. Итак, мы, как всегда, делаем с вами фермочку. Фермочку, где площадь у нас с вами плодородная, пускай будет, естественно. И нам предлагается также пастбище потом, видимо, сделать, которое мы с вами также будет работать на благо. Ладно, давайте смотреть. Если построить тебя здесь, вот так вот, допустим, фермочка, мы тебя сразу сейчас поля, так сказать. Можно вас убрать? Спасибо большое. Так, ну будем делать, как нас с вами научили. Здесь почва, видимо, не самая плодородная, судя по всему, потому что здесь травы нету, и цвет она сразу поменяла. Ну, посмотрим. Посмотрим. А, да, 16, можно еще 2 сделать. Окей, тогда вот так. Давай еще бульк. Все, 18, отлично. У всех все есть. Могу еще брать 2 штуки? Наверное, могу. Ну да ладно, все, сделали поле, сейчас они будут выращивать. Хорошо, нам с вами нужен хлеб, нам с вами нужно все остальное. Так, что у нас с вами здесь еще? Бейкери, да? Бейкери — это как раз то, где у нас будет все это дело производиться. Я прям вот здесь построю, знаете, рядышком. Хорошо. И у нас с вами также есть лайвсток фарм, да, как раз будет про молоко производить. То же самое с вами также надо. Я хочу построить дорогу. Дайте мне дорогу, пожалуйста. И построю я его. Я ее, наверное, да, вот так сделаю, пофиг. Сделаем пока так. Вот, у нас есть плодородная почва, тоже есть как раз для нашего лайвстока. Так. Ну как тебе, давай прямо здесь поставим тогда. Вот с этой стороны. И ферма. Во, у нас с вами здесь появился рогатый, видимо, скот. Замечательно. Так, давай сюда тоже иди. Все, красота. У нас теперь производство, по идее, должно начаться. Нам предлагают посмотреть статистику. Но подождите, у нас же пока производство или есть? А, ну производство, наверное, есть, потому что у нас с вами сразу отсюда зерно отправляется просто сюда. Да-да-да-да-да-да-да. Так, а здесь у нас есть... О, и молоко появилось, и хлеб появился. Но у нас как бы склада нет, получается, сразу все на рынок отправляется. То есть склад у нас сейчас заменяется рынком, получается, да? Ну а чтобы хранить больше, естественно, нам с вами нужно будет уже все это дело потом складировать. Так, а что за знак вопроса у нас такой? А, маршрута нет, точно. То есть торгашам нужны маршруты, да? Добавить чекпоинт. Я могу сразу как-нибудь... Ага, понял, все, понял, кажется, как это работает. Но я думаю, что нам с вами сейчас объяснят. Давайте глянем стату, что у нас там по статье. Значит, так. Продукция, да, в процентиках у нас с вами здесь. Ну вот, да, нам с вами сейчас объясняют, как здесь маршрутик сделать. Добавить. Убрать можно. Либо можно просто посмотреть на маршрут. Ага. Также можно копировать маршрут, но вроде понято. Ну что, давайте попробуем сейчас около домов сделать маршрут себе здесь по продаже хлебушком. Так, хлебушек. Он пойдет сразу отсюда. А, либо отсюда. Ну давай, окей, хорошо. Тогда мы с вами делаем вот так. Здесь мы не пройдем. Я так понимаю, что будет задействована и эта сторона, поэтому... Можно прям вообще целиком так сделать сразу, да? Во, ну такое сделаем, давайте. Готово. Так, пошло дело. Продажа уже начинается. Хорошо. Так, и теперь мы с вами можем на молочко, я так понимаю, такой же, да, маршрут сделать. Так, готово, все, продажа пошла, и у нас с вами дома, смотрите, грейдис, у нас с вами 16 домов уже необходимых есть, популяция у нас потихонечку растет, дарите, они там валят, смотрите, сколько их, просто жесть, ну дома лучше стали, естественно, вместимость больше, все дела, и мы с вами, я так понимаю, завершили? А, не, люди покидают город, ну они все нормально, люди возвращаются, добро пожаловать обратно, так, ну что, нам нужно, так, я что, не хочу ничего убирать там, нам нужно с вами накопить 9 сотен сейчас и дома, чтобы были. Ну, я так понимаю, просто потому что нечем торговать, да, у них сейчас заканчивается все, вот. И поэтому нам с вами нужны, конечно же, склад. Склад нам с вами нужен, да, который будет всем этим делом заниматься. Даже можно, я думаю, может быть, один склад использовать пока что, в котором будет храниться вообще все. Во, пошло дело, все, производство идет. Соответственно, на рынке тоже все есть, по идее, должно быть, да? Да, хорошо, еда появляется, вода появляется. Хлебушек. Молочко, все прекрасно. Все замечательно. 900, так, не понял. Дома, давайте, дома вырастаете. Нам нужно обратно 16 вернуть, чтобы все было. Ну что ж, отлично, все, мы с вами набили 900 и, собственно, все построили, молодцы. Ну что, давайте следующим еще посмотрим. Также можем продолжить играть здесь, но я думаю, что, скорее всего, дальше нам с вами объяснят что-нибудь еще интересненькое, поэтому погнали. Популяция 1350 и стандартные дома 16 штук. Так, и судя по всему, в этом месте мы с вами будем пробовать ирригацию, некие способы. Да, давайте, хорошо, время говорит, копать. Ну что ж, здрасте снова, да, в очередной миссии. Ядрит тут у нас, правда, слушайте, такое засушливое место весьма на самом деле, но кое-где, видимо, земля все-таки пригодна для того, чтобы быть
Рошенной водой. Ну, поехали. Предлагает построить ферму прям сразу так сходу слета. Ну, давайте построим, хорошо. Лайвсток, окей. Окей, давайте здесь бахнем. Так, тут нам с ним предлагают еще одну ферму построить. Ладно, давайте. Готово. И теперь нам с вами нужно построить канал для ирригации. Вот оно. Так, ну где он здесь есть, интересно? Так, это не то. Это не... О, здесь у нас глина есть. Смотрите-ка, керамический... Мастерская керамическая. Здесь, что ли, наверное, да, где-нибудь? Да. Во-первых, нам с вами, наверное, нужен... Просто канал можно построить, что ли, без всего? Ну, попробуем, давайте сейчас сделать. Так, строим. А, он сразу строится, понятное дело. Так, готово. Канал сделали, да. Но теперь нам с вами водокачка нужна, которая будет закачивать сюда воду, соответственно, потому что без нее никак, да, без нее вода не польется. Вот она здесь у нас есть, за 50 денег. Поехали. Вот, другое дело, как видите, здесь сразу, собственно, все рассилось, и, пожалуйста, земля стала плодородной. Ну что ж, построить еще дополнительно две водокачки нам с вами нужно. Ага, хорошо, чтобы увеличить зону. Ну давайте, да, тут видите, вода не до конца, кстати, дошла, сразу видно. Так, раз, два... И соединить нам с вами нужно систему. Все это дело, естественно. Сейчас будем соединять. Раз и два. Во, другое дело, отлично. Построить один склад нам с вами предлагается. Теперь еще давайте так и сделаем, пожалуй. Будем следовать советам данной игры. И, конечно же, дорога. Дорога нужна, которая пойдет нам к этим фермам и так далее. Хорошо, дорога у нас с вами тоже имеется. Мы с вами сейчас ее здесь бахнем. Такие даже мостики там строятся, где канал у нас с вами. Прикольно, довольно прикольно. Все, готово. И теперь нам с вами нужны поля, естественно, поля, которые, на которых будет все это дело происходить. Ну что, давайте смотреть, поля так поля. Ну готово, поля у нас с вами есть, все хорошо, замечательно. Говорит, чтобы принимал наш склад, сделай так, чтобы молоко было там, да? И ядри тут дофига всего. Ну хорошо, давайте, пускай будет только молоко, я согласен, давайте, сделали. Ну, я думаю, нам с вами стоит, наверное, начать с домов тоже все-таки, потому что люди-то нам нужны, кто у них работать будет. Погнали, сейчас будем с вами сразу строить. Домики есть, по идее, сейчас должны к нам прибежать. Во-во-во, пошло дело, прибегают к нам товарищи, сейчас будут здесь работать. Отлично, первые поселенцы, здрасте, добро пожаловать в наш городочек. Так, работа пошла сейчас. Здесь у нас будет только молоко лишь, но кроме молока нам с вами нужно, естественно. Так, а я же нажал, что тебе не нравится игра, я же нажал, чтобы здесь только молоко было. А, пропустил не только молоко, а еще и зерно. Хорошо, сейчас будет. Опа, готово, отлично. И нам максимальную вместимость нужно ограничить, да, для зерна это 28, ну давайте сделаем. 28, для молока вообще 8, хорошо, как скажете, пускай будет. Готово. Ну дальше предлагаю там посмотреть, что тут всякие разные кнопочки можно нажимать, смотреть информацию. Хорошо, это я все понято, давайте дальше посмотрим, что нам с вами нужно. Здесь у нас подсказочки есть, да, где, как, что можно тоже понажимать, куда что смотреть, зачем, почему вообще. Все хорошо, ясно, понятно, спасибо большое за объяснение, игра. Ну что ж, нам с вами нужно стандартные аж дома, нифига себе, стандартные, это получается, вот, нам с вами нужно будет керамику обязательно и воду еще сюда подавать, вот оно что. Понятно, ну что ж, начнем сначала с хлеба, я думаю, и зрелищ, как говорится, да? Как обычно, там уже дальше посмотрим, ну где мы с вами вообще есть, можно поля еще расположить-то, да, где-нибудь? Тут-то место хорошее, у нас с вами, как видите, карта не такая уж большая, то есть здесь у нас разве что как-то канал протянуть сюда куда-нибудь, потому что здесь все, я так понимаю, забито, здесь нигде ничего не возьмешь. Ладно, посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Итак, нам с вами нужна керамика и прочее, да? Давайте смотреть, что у нас с вами здесь есть. Колодец дает воду, но колодец, я так понимаю, нужно... А, тут есть прям места, где можно колодец ставить, да? Понимаю. Так, ладно. Допустим, мы поставим колодец здесь. Нифига, там склад уже забит. Тогда мы с вами сейчас сделаем немножко по-другому вообще все это дело. Сейчас у нас сначала появится колодец, а потом мы вокруг колодца уже будем обстраивать потихонечку дома. Ну, вот здесь его можно поставить. Хорошо. Тогда и давайте, чтобы было все удобненько для нас с вами, да? Так, сейчас дома верну я. Не все, правда, но... Ядрич. Нет, не так я хотел построить. Колодец у нас работает водонос. Для него также надо наметить маршрут. Хорошо. Так. Все, пожалуйста, маршрут есть. Вода теперь в домах, по идее, должна быть. Отлично, прекрасно. Вода есть у вас? По идее, должна быть что-то, только нет, самое. Не появляется она особо, да? Пока что. Но, возможно, нужно именно все делать по очереди. Знаете, сначала хлеб да молоко, потом все остальное. Ладно, ну окей, давайте делать. Значит, нам с вами нужен будет... А где мы, кстати, глину можем добывать? А, ну тоже в этих местах, кстати. Вот здесь мы с вами можем глину добывать, например. В этих аккуратных ровных местечках. Понял?
Ну что ж, нам пригодится, естественно, магазинчик, где будем все продавать для наших ребяток, ребятишечек, которые будут покупать здесь все. И, естественно, еще один вэрхаус, да, склад, где мы с вами будем складировать, наверное, хлеб. Это вот здесь построю. Так, и здесь у нас будет только лишь хлеб складироваться, все, больше ничего здесь не должно быть, только хлеб. Во, все верно. А теперь здесь мы с вами нанимаем торгаша, который будет разносить хлеб. Который будет разносить молоко. Это, понимаешь, еще и вода есть, что ли, да? Это вообще странно, водонос же разносит воду у нас по домам, по идее. Ну ладно, посмотрим, поживем и увидим, как говорится. Так, хорошо, мы здесь с вами назначили. Молока у нас с вами что-то пока нет. А, я знаю почему, потому что они не дотягиваются до сюда. Тогда сюда тоже молоко еще, будьте любви. А сможем ли мы поставлять, ну-ка проверим сейчас. Поставлять молоко сможем ли мы сейчас с вами сюда? Это надо протестить. Так, ну во-во-во, пошло делать, теперь молочко тоже разносим, пришлось немножечко сюда рынок сдвинуть один, ну да ничего страшного. Главное, чтобы к нам людишки подбегали, во-во-во, целыми толпами, прям дома у нас с вами сразу грейдились бы, это прям замечательно, ну тоже. И хорошо, вода, вода теперь появляется у них тоже, да, водонос разносит таки воду, молодец, все правильно делает. И нам еще осталось керамик теперь заняться, керамиком, ну что, давайте керамики пойдем. Керамика у нас с вами была здесь, клей майнус, мигрин нужно, давайте будем сейчас все здесь сделать, да. Кроме этого у нас с вами есть там что еще? Ага, ну это можно где угодно строить, без разницы. Так, строим здесь, это у нас, собственно, шахта глиняная, все отлично. По идее, сразу сюда все пойдет у нас с вами. И будет перерабатываться на керамику, я надеюсь, да? И сюда у нас захватывает это место он. Так, керамика, хочу керамику, сразу керамику, будьте любезны, сюда тоже несите тогда, ладно, спасибо. Так, у нас тут молоко, у нас тут хлеб. Хлеба у нас с вами здесь вообще нету, кстати. Хлеба нет, потому что он не успевает, видимо, делать это сразу, да? Так, ну мы с вами сейчас сделаем вот так. 18 хлеба, сколько там, 16 хлеба получается, да? И остальное все под керамику тоже отдадим. Вот так, все, будьте любезны, керамику сюда тащите сразу. Сразу. Я могу нанять сюда еще. Да хватит, не покидайте город, все будет хорошо, ребят, не переживайте. Хватит убегать из города. Мы с вами можем здесь нанять еще одного рабочего, например, кстати, пожалуйста. Да, сюда тоже самое можно сделать. Рабочий, давайте, побыстрее, пошустрее, чтобы было все. Куда мы с вами можем еще сделать? Мы с вами можем еще где-то карьерчик бахнуть, например, да? Местечко подобрать, место, конечно, дурацкое. Здесь можно еще сделать много всего интересного, кстати говоря, или здесь. Так, а ну давайте, давайте здесь еще, сейчас вам будет дорога тогда. Сейчас вам будет дорога, не переживайте, все будет у вас здесь необходимое. Так, рабочие пока еще, ребятки, у нас с вами есть. Хорошо, это значит, что мы с вами сейчас будем добывать все, что надо добывать. И потом производить все, что нужно производить также, в том числе. Угу, так, здесь работка у них идет, работка идет. Где мои, блин, эти? Где моя керамика? Мне нужна керамика. Так, пошло дело, керамика появляется. У нас с вами грейдятся дома замечательно. Смотрите, прекрасно, какие-то уже хорошие дома, знаете. Вон плюс люди приезжают, сразу у них, конечно же, еще больше. Нам главное, чтобы сейчас совсем еды бы не хватило. Здесь у нас с вами что? Здесь у нас с вами молочко только и много-много пшеницы, да, которая перерабатывается потихонечку здесь у нас с вами в хлеб. Хлеб, в свою очередь, продается, и все остальное тоже продается. Но я думаю, что мы сейчас вряд ли сможем прям все-все-все как следует проапгрейдить, на самом деле. Посмотрим, конечно. Но, если что, на самом деле, да, здесь, так как из вот этих вот гор дурацких ничего не построить, можно поближе все, наоборот, переделать сюда. Склад, производство, рынки уже там чуть подальше построить. Ну и здесь у нас с вами вокруг будут дома. Ну, посмотрим, может быть, и так получится сейчас. Ну вот так, да, будет как-то, мне кажется, поудобнее немножко расположение, потому что тут все в одной кучке и все достает друг до друга, а то до этого было как-то немножечко несуразно. Сейчас у нас с вами получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Ну мало домов, конечно, надо еще домов немножко поставить, но место для этого у нас с вами имеется, это хорошо. Давайте еще здесь тоже сделаем дома тогда. Как раз еще 16. Хотя нет, получается нормально, 20 домов, по идее, должно быть. 1, 2, 3, 4, 5... Ну, вот еще 6 надо сделать, короче, и будет прям сколько вот надо нам с вами. Надеюсь, что мы с вами сможем это дело апгрейднуть, было бы хорошо. Так, ну что ж, пока рынок продолжает, собственно, работать, давайте мы, наверное, сейчас немножко маршрут ему изменим, только еще новые люди сейчас приходят. Так, маршрут, вам нужен вот такой еще здесь, на самом деле, потому что копируем этот маршрут, все. По идее, сейчас они нормально должны разносить все. Но, я смотрю, прям даже немножко не хватает, да, еды сейчас чуть-чуть для вас. Хотя, вроде как, более-менее везде даже что-то имеется, это хорошо. Но вот, возможно, такое расположение будет как и нельзя кстати нам с вами. Так, водонос, товарищ водонос, ты бы не могла, пожалуйста, носить воду вот сюда, таким вот образом, да? И здесь, если что, тоже,
Если что, тоже таким же образом здесь воду таскать было бы очень супер класс. Спасибо большое. Все, вода пошла, и остается только керамика нам с вами на самом деле. Ну что ж, керамику сейчас мы с вами будем делать. Керамика у нас с вами будет здесь, как раз место подходящее. Тоже склады, главное, чтобы попадали под, так сказать, под раздачу. Так, давайте раз. Давайте два, наверное, сделаем. Не знаю, хватит двух или нет. Ну, сейчас посмотрим с вами в любом случае. Здесь дорога у нас с вами есть. И теперь сразу производство мы с вами делаем. Керамическое, да? В те же самые, на тот же самый склад, естественно. Можем вообще производство здесь сделать, чтобы не мешать, если что. Можем производство здесь поставить, кстати, как вариант. Две штуки, да? Ну, давайте давай поставим тоже. Все, производство пошло, по идее, здесь у нас все складируется сейчас. И мы с вами можем добавить сюда торгаша еще, который будет торговать как раз керамикой. И вот так вот копируем маршрут ему. По идее, он сейчас должен будет разносить все это дело. И дома, по идее, должны будут у нас с вами грейдиться еще раз. Как раз до того самого состояния, которое нам и надо, по идее. Во, пошло дело. Так, здесь у нас все грейдится, грейдится. Ну, почти все загрейдилось, почти. Сейчас, надеюсь, торгаши разнесут, и нам с вами всего хватит. Вон и люди поперли еще к нам, отлично. Два домика осталось грейнуть. Давайте, ребятки, донесите туда, пожалуйста, еды и всего остального. По идее, все должно выйти как надо. Люди мы с вами уже, людей пригласили, у нас с вами 1400 есть, отлично. Сейчас проблемы с едой, скорее всего, начнутся. Здесь чего не хватает? Не хватает воды? Два колодца разносят, вот здесь не хватает воды, в смысле? Как это так получилось? Ну, допустим, подожди. А, ну да-да-да-да, сори, здесь действительно воды не хватает. Так, сейчас тогда буду переделывать. Переделывать, переделывать. Итак, плюс, значит, идем дальше сюда. Идем дальше вот сюда. Вот сюда как-нибудь так, короче. Носи, главное, чтобы везде воды было, и все. Так, пошло дело, давайте. Сейчас должно принести, по идее. И должно всего хватить. Да, отлично, друзья, мы с вами все завершили. Вот так вот. Друзья, ну что ж, вот такая вот игра, действительно классическая. Как те самые, знаете, городострои, которые были давным-давно. Которые, возможно... мы с ними играли, все на своих компьютерах, да, или у кого-нибудь, возможно, но так или иначе. Пишите в комментариях, как вам данная игрушка, хотели бы видеть продолжение, друзья. На сегодня мы с вами будем заканчивать. Спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, жмите на колокольчики. Увидимся, как всегда, всем до скорого и пока-пока.